добро пожаловать в Россию. Нам очень приятно, что первый свой государственный зарубежный визит вы осуществляете именно в нашу страну, вашему предшественнику на этом высоком посту, Гурбану Меликулевичу. Мы продвинули наше взаимодействие на действительно стратегический уровень. Сегодня мы подпишем тоже очень важный документ, касающийся развития наших отношений. Большое спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Прежде всего, даже пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас посетить Туркменистан с официальным визитом в любое удобное для вас время. И еще раз большое спасибо за теплый прием и гостеприимство.